Привет. Привет. Как тебя зовут? Микки. Какое красивое имя. С откуда ты? С Таиланда. С Таиланда? А лет сколько тебе? 19. Такая еще молодая. Ты знаешь, зачем сюда пришла? Нет. А знаешь, какой сегодня день? Нет. Нет? Сегодня 23 февраля. А какой праздник знаешь? Нет. 23 февраля. У тебя есть парень? Нет. Я бы хотела поздравить парней с праздником. А как ты хочешь это сделать? Даже не знаю. Ну, я тебе в этом могу помочь. Пошли, я тебе покажу, как надо поздравить. Микки, ты умеешь готовить? Нет. Хочешь, я тебя научу готовить молочный, банановый коктейль? Против? На, держи тогда мороженое. Да-да, попробую. Да, пальчиком возьми. Ну и как мороженое? Неплохо. Так, мне нужна твоя рука. Давай. Сюда. Знаешь, что это? Нет. Нет? А если подумать? Я думал, нам не пригодится. Да, правильно, багет он нахуй нам нужен тут. Микки, а ты знаешь, что не хватает нам для бананового коктейля? Бананов? Да, ты права, закрой глаза. Передачи и бери. Ты знаешь, что перед тем, как резать банан, надо его почистить? Покажи, Микки, надо чистить бананы. Вкусно. О, да. Банан это нравится. Да, неплохо получается. Видать, не один банан порезал. Энергичен. Давай. О, да. Микки, постой. Нельзя есть киви не почищены. Дай тебе там прибор, который поможет тебе его почистить. Держи, киви чисточка. Как ты думаешь, эти киви вкусные? Не знаю, можно. Давай, попробуй. Неплохо. Давай, нарезай тогда их. Неплохо получается. До первого раза. Давай, теперь смешивай их с бананами. Устроим их по ушечку. Знаешь, потому что нам в коктейле чего-то не хватает. Белого, жидкого. Что же? Молока. Держи его, да, выпей. Пробуй, как оно. Вкусное. Ох, какая ты неряхлива. На, держи вот этот горшочек. Что это? Это блендер. Давай, скидывай сюда все. Да, немного фрукта сюда. Нет, ты опять забыла молоко. Держи его. Твое любимое? Да, твое любимое молоко. Ух, какая ты неуклюжая. Наливай его в горшочек. А теперь держи вот это. Почему не работает? Потому что ты его не включила, глупышка. На, воткни его в розеточку. О, да, теперь попробуй. О, да, во, пошло дело. Давай, покажи, как это мастерица. Микки, ты думаешь, как ты довольно вкусный уже? Ну, я думаю, да. Но все же мне чего-то не хватает. Не хватает сбитых сливок. И сюда. Да. Ой, какой неосторожный. На, держи, добавь-ка. Я тебе хочу познакомиться с моей тёлочкой. На, держи. Неплохо. Ну да. Ты думаешь, что сейчас потрём мы с тобой? Я даже не знаю, что это может быть. Это такое сладкое, вкусное. Все девушки прям кричат от восторга, когда его видят. Три его. Три. Будем? Было бы неплохо. О, да. Как ты уже почти готов. Ты хочешь его попробовать? Да, я уже не могу дождаться. Потерпи немного. Вот, теперь пей. Неплохой. Ну что, ты придешь к нам еще? Конечно. А ты не забыла поздравить мальчиков за 23 февраля? С праздником вас, мальчики. Это, конечно, хорошо. На, держи молоко. Опять молоко?
молоко. Да, опять. Мальчики хотят молочка.